Всем привет! В новом выпуске Ростова культурного, подготовка к оперете «Цыганский барон» в музыкальном театре, открытие первого всероссийского фестиваля духового искусства «Воздух» в филармонии и персональная выставка Олега Игнатова в выставочном зале Союза художников. Ну а пока афиша культурных событий. Смотрим! Оригиналы графических работ Василия Кандинского и актуальный формат «Ожившие полотна» в новой выставке «Цвета звуки» областного музея изобразительных искусств на Чехова. Премьера на сцене драмтеатра имени Горького, спектакль «Пиковая дама» по Пушкину, масштабная сценография с двойниками и призраками с 22 по 24 октября. Театр «Человек в кубе» приглашает 22 октября на спектакль «Гоголь. 13 снов». Это четвертая часть тетралогии о людях, изменивших свое время. А 23 октября на постановку «Крысолов» по одноименной поэме Марины Цветаевой. Донские пейзажи, натюрморты и портреты. Поэзия бытия, культуры, духовной тонкости и живописного богатства в творчестве Ларисы Ушаковой на выставке «Грани южно-русского импрессионизма» в Музее изобразительных искусств на Пушкинской. Захватывающая история любовных похождений Дон Жуана в одноименной постановке молодежного театра 22 октября. А 23 октября современная романтическая история, рассказанная языком мюзикла, приключенческий экшен о жизни улиц, наполненный музыкой и оригинальной пластикой. До премьеры «Цыганского барона» в музыкальном театре осталось всего 2 недели. Сшиты почти все костюмы, а их на минуточку 250, собраны декорации. Но немного истории. Изначально Иоганн Штраус писал «Цыганского барона» как оперу, но музыкальную драматургию изменили обстоятельства. В итоге получилась оперетта с оперным размахом. Перед нами костюм одной из главных героинь Мирабеллы. Ее костюм очень богато украшен вот кружевом. Это несколько видов кружев, которые вырезались вручную. Бархатная блуза и велюровая юбка. Платье домоуправительницы богатого торговца свиньями Зупана словно у знатной дамы. Хотя и цыганские юбки не отстают по богатству материи. Хлопок, фатин, шелк и каждый валан, а здесь их может быть и 14, прострачивается несколько часов. На один комплект одежды для актера у пошивочного цеха Мустеатра может уходить неделя. За 2 месяца мастера должны шить 250 костюмов к премьере оперетты «Цыганский барон». Венгерско-цыганская тема спектакля позволяет фантазировать с фольклорным орнаментом. Цель – передать атмосферу состояния венгерского народного костюма. Естественно, это стилизация и условный костюм, но когда я их первый раз увидела даже просто заколотые на манекене, и он даже не сшитый, еще просто приложенные ткани, ты сразу моментально понимаешь, что это венгерский костюм. Дополнение к нему – головные уборы, легкие женственные цветочные венки. Придумывают их художники-бутафоры, и каждый на свой вкус. Готовится и убранство сцены, и уже ясно – цыганский барон богат архитектурой. Это замок благородных людей. Вот это все состоит из таких многочисленных колонн, витражей, которые на просвет будут создавать такую атмосферу романтическую. Большой паровоз, как лейтмотив всех знакомств, дружественных встреч и расставаний. Поэтому тему вокзала режиссер Павел Сорокин сделал центральной. Именно здесь познакомятся главные герои – сын изгнанного из Венгрии богатого землевладельца Шандер и Сафи, приемная дочь цыганки. В основе сюжета – оперетта Иоганна Штрауса «Сына», но драматургию постановщики синтезировали из оригинального либретто Игнаца Шницера и пьесы Василия Шкваркина, по которой поставили советский музыкальный фильм «Цыганский барон». Я, конечно, изначально захотел вернуться в первую очередь к музыкальной драматургии этой оперетты, потому что в советской версии, практически не буду врать, но мне кажется, что около 50% музыки, которая написана была Штраусом, она была купирована. Это будут, конечно, всяческого рода комические ситуации, связанные с главными персонажами, но, тем не менее, мы сохранили также и историю с освободительной войной, скажем так, да, на которую отправляются в конечном итоге все герои оперетты. Серьезность сюжета разбавят жанровыми музыкальными вставками, цыганским хором и танцами, чардышем, вальсами и маршами. И если легкости предыдущих постановок «Цыганского барона» в Мустеатре создатели не обещают, то кинодраматизм за счет сценографии, оригинальности музыки постараются показать уже 29 октября.
Первый всероссийский фестиваль «Воздух» открылся в Большом зале филармонии. Мы побывали там еще до открытия на репетиции и услышали программу фестиваля. Большая программа открывается сочинением ростовского композитора. Причем фестивальную увертюру Юрий Машин написал специально для «Воздуха». Планируется, что именно она будет предварять и последующий фестиваль духового искусства. Организатором выступает художественный руководитель концертного оркестра духовых инструментов имени Еждика. Это один из немногих коллективов в этом формате, то есть духовых оркестров, которые развивают именно академическое направление духовой музыки. Вся музыка концертной программы написана для оркестра духовых инструментов. Среди зарубежных композиторов Перси Грейнджер, Феррер Ферран, Джордж Гершвин. Рапсодию в стиле блюз последнего обработал для трубы именно Тимофей Дагшицер. Известный советский трубач делал и адаптации произведений другого советского музыканта Михаила Готлиба. В фестивальном меню «Воздуха» будут его вариации для трубы с оркестром. Будут принимать, конечно, участие солисты нашего оркестра. Это Андрей Борзенко, Игорь Бабин, труба, флейта, соответственно. Будет гость, лауреат премии президента Российской Федерации, заслуженный артист России, трубач Владислав Лаврик, трубач и дирижер. Прозвучит и оркестровая адаптация балетной постановки «Цирковая полька для молодого слона» Игоря Стравинского. Фестиваль «Воздух» пройдет с 16 по 24 октября в Большом зале филармонии, но творческие встречи и концерт будут и на областной площадке 19 октября в Шахтинском музыкальном колледже. Дежавю, жемевю, прескевю, что с французского означает «уже увиденное, никогда не виденное, почти увиденное». Так замысловато назвал свою персональную выставку художник Олег Игнатов. И вообще, каждая его картина – настоящая головоломка, а тут их 30 за три десятка лет творчества. Это уже третье увековечивание братского поцелуя Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хоникера. Но свой сюжет Олег Игнатов осовременил масочным режимом, а еще усложнил название и символично ошибся. Получилась абстиненция. Пандемия, как истерия за перегородкой. И в подтверждение замысла сразу две стены – кремлевская и почему-то великая китайская, вместо положенной по смыслу берлинской. Но такие головоломки в духе художника. Для меня сейчас это последняя тема, с которой я пытаюсь работать не столько на картинах, сколько со своей головой. Но я бы так сказал, у нас мышление такое сегментированное, дискретное. То есть замечательно, ученые в этом русле работают, и творческие люди замечательно работают. Но лично мне хотелось бы иметь мышление непрерывное. Эта работа самая свежая на персональной выставке председателя ростовского отделения Союза художников России. Вышла из-под кисти буквально месяц назад. Из новенького еще одна загадка. Такой автопортрет без лица. Гримуар для вещего Олега. Наполнена множеством смыслов и цитат, но по стилистике и технике напоминает барочный жанр ванитас. А самый повторяющийся здесь образ – шут. Как говорил художник, раз в год Арлекино появляется в его творчестве. А началось все с этого в 1994-м. Захотелось шута в названии. Частенько название «Почему длинное» – это своего рода ключик. Работу открывать. Ну, кто открывает, кто не открывает. Здесь что имелось в виду? Вроде бы что там головы не рубят, их просто… Это персональная выставка стечения обстоятельств. Вообще-то сейчас здесь должен был экспонироваться другой художник. Поэтому Олег Игнатов тщательно не подбирал холсты, а название родилось в день открытия выставки и получилось таким же замысловатым, как и все творчество художника – дежавю, жамевю, прескевю, что значит «уже увиденное, никогда не виденное, почти увиденное». Если человек обладает тонким чувством юмора, но это говорит о его богатом внутреннем мире и об интеллекте.
А каждая картина, какую ни посмотришь, всегда наполнена сложным философским смыслом. И просто так мимо не пройдешь. Всегда она цепляет и всегда хочется долго-долго рассматривать. Персональная выставка Олега Игнатова работает до 22 октября. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю. Смотрите нас на сайте 1ростов.тв, чтобы не пропустить самые интересные сюжеты о культурной жизни города. С вами была Юлия Сурикова. До встречи!